Всем привет, ребята! Сегодня у нас макароны с фаршем, колбаса вареная, душка, мы ее очень любим, маслины, салат, помидоры, крабовые палочки, яйцо, ну как с молоком обжаренные, и лук тут еще. Мы хотим есть. Тут у нас салат, соус, запиваю я минералкой. А я молочком. Ребята, делаем все быстро. Сейчас у нас был эфир 2 часа с половиной. Ага. И поэтому я приготовила все на скорую руку. Ой, потому что некогда. Ребят, простите. Да. Попью. Что, такие шабутные? Да. В общем, всем приятного аппетита, кто будет с нами кушать. Да, и всем счастья, здоровья, нам тоже. Макароны. Я вот как знала, я приготовила с фаршем макароны, я прям знала, что Ване будет мало, что он не наестся, и побежала быстренько покупать колбасу вот эту вот. Потому что по-любому мало будет. Вань, ты будешь сам себе накладывать или ты ждешь, что тебе мама тут будет? Ну, когда ты себе наговоришь. Так, сейчас я подвину пока. Вот так вот сделала. Пусть пока так стоит. В общем, мы сегодня сделали... Мне кажется, через полтора часа. Тортик. Нормально, накладывай, учись. Я что, привык, как в ресторане? Тортик приляпали сегодня. Я сейчас на работу поеду. Не знаю, когда это видео загрузится. Да. Видео мы опять на старом снимаем. На старом, ребята. Вы написали, что на старом лучше. Нет. Я сейчас вру. Написали пополам. Кому-то понравилось там, кому-то понравилось здесь. Мне если там. Честно, да, видите, мы с Ваней тоже. Мне на этом больше нравится, потому что здесь четче, ярче и микрофон. Здесь звук передает на этом телефоне гораздо лучше. Угу. Там картинка такая прям яркая, четкая, все. Но краски не те, понимаете? Но эфир... Мы сегодня проводили. О, качество вообще бомба. И звук шикарный. Вань, дай мне огурцов. Я хочу огурцов. Он стоит. Просто бесподобный. Я хочу огурчиков. У меня маленько осталось тут. Сейчас. Я еще палец порезала. Ой, бедняжка ты наша. Пока маслины открывала. Тебе купила, бегала тоже. Ты же любишь маслины. Я тоже, конечно, люблю. Надо не, это не прощелкать, а то не успею. Все съест. Так. И колбасу не прощелкай. Угу. А что сейчас съем? Между прочим, не солила. Солила только рожки при варке. Макароны. Угу. Мы такие голодные. Сейчас еще на вопросики поотвечам. У нас... Такой кайф. Пить молочко. Молоко осталось, да, Ваня допил. Торт был на заварной основе. Молоко, желтки. Ну, кто смотрел, тот видел. Бисквит самый элементарный, вообще простой. Если что, заходите, смотрите. Сами сделайте, легко. Угу. Шикарный торт себе. И все на эфире спрашивали, что это за приправы сзади у меня стоят. Брысь. Вот. Это вообще обалденный набор. Не буду говорить, просили не говорить, но в эфире я, конечно, опять сказала, я не могу просто не сказать. Посмотрите, какая прелесть. Это вообще, это просто шикарнейший подарок, шикарнейший. Вы смотрите это видео, кто нам отправит, спросите, пожалуйста, если ругаете нас. Не ругайте нас за то, что мы вас хвалим, потому что, ну, это просто чудеснейший подарок. Угу. Во, обалденно, еще раз спасибо. Я плакала от счастья вот это увидеть. Да. У меня дочь, когда увидела, она говорит, мама, я таких же хочу. Я хотела ей на Новый год подарить, она говорит, я уже сама заказала.
На себе тоже заказала такие. Томаты. Угу, салатик. Салатик тоже не солила. Не солила, когда готовила. А нет, я, по-моему, яйца посолила. Это вот которые яйца у нас с эфира остались. Представляете, начала первый раз у меня такое. Я всегда говорю и всегда делаю, в принципе, когда готовлю торт. Я, если яйцо взбиваю, да, разбиваю и отделяю желток от белка, то обязательно отдельная тара. Обязательно. Потому что может быть такое, либо желток разобьется, капелька попадает, все, не взбивается крем, как вот у меня и получилось в первом случае на эфире. А во второй раз, представляете, я новую партию давай яиц. Угу. Гнилое яйцо, представляете, попадается. Вот ни разу такого не было. Первый раз такое, я чуть с ума не сошла. Но все равно пришлось переделывать. Ну, хорошо, что... Я уже еще раз в магазин бегу. Угу. Только уже в другой. Ваня сбегал мне один раз в магазин, пока мы тут этот торт делали. Зато я был радостный. Довольный. Угу. Самостоятельно сбегал. Как вкусно. Давайте вопросики. Эмили, тебе огромный привет. Задает такие вопросики. С каким кумиром, блогером хотели пообщаться лично? Ваня говорил уже. Угу. Только у меня появился новый. Да? Ну вот раньше с кем бы ты хотел? С Пози. А сейчас? Пока я 4 не знал. Угу. А сейчас бы хотел с Глентиком. Угу. Да. Ну чем он тебе нравится? Не знаю. Он получше. Роликами своими? Угу. А чем он лучше? Я просто не знаю, кто это. Глент, это как 4. Угу. У него есть свой канал. Угу. У Сереги есть свой канал. Угу. У Ковикова свой есть канал. Угу. Но ты понимаешь, что у каждого свой канал. А чем они тебе нравятся? Так кто вот кого-то сейчас назвал? Ну, мне чуть-чуть... Глентик там, он контент интереснее снимает. Да? Да. Вот такой. Повеселее, поинтереснее или как? Или как человек он тебе нравится? Игровой. И как человек. Он там... Редко поиграет. Редко же новые игры добавляются. Очень редко. Ну так он всякие. Там. Однажды я... Самое любимое мое видео, это когда он помощника... Знаешь такую? А как Алиса. Угу. Такая колонка, и угу. Там Алиса. Угу. А там, как у тебя на телефоне новом. Mm-hmm. Маруся. Да, Маруся. Такая mm-hmm. колонка была. Он там рассказывал о ней. Mm-hmm. Говорит, очень хорошая. Да. И второе мое любимое, когда Маруся управляет моей жизнью 24 часа. Mm-hmm. А тебе ролики у него нравятся, да? Mm-hmm. Понятно. А я бы хотела познакомиться вот лично, если честно, лично. Я, конечно, этого человека не знаю. Я не смотрела в ТикТоке. Я не знаю про ТикТок ничего. Как просто иногда вот так вот... Зайдет? Зайду, выйду, так очень частенько заглядываю просто, конечно. Не скажу, что уж целиком полностью, да, вот так вот сижу на ней. Но она мне нравится тем, что она позитивная и очень так хорошо смотрит на жизнь по-доброму, наверное, даже так скажу. Светлана, только я фамилию не знаю. Она недавно у нас на YouTube... У нас главное, видите, YouTube это наш дом. Она раньше на ТикТоке, а сейчас она на Ютубе. И как-то, знаете, сначала я думаю, зайду, посмотрю видео. Как-то она мне поначалу по видео не понравилась. А потом, когда я зашла на ее прямой эфир, и мне понравился человек, потому что добрая, открытая, не юлит, не крутит-вертит. А как есть, так оно и есть. Это что, мама такой молодец? Светлана, вот как, если вы знаете, напишите в комментариях. Окей, что это такое? Что это такое? Это сметана. Сливки. А, вот. Ладно.
Вот Светлана, я бы хотела познакомиться. Прямо поближе. Интересно. Из блогеров, я имею в виду. А из тиктокеров? Ну, она и тиктокер, и ютубер сейчас стала. Только с одним человеком? Ну, еще хотела бы, если вот это мукбангер, а если из блогеров, вот самих блогеров, то это... Как ее зовут? Боже мой. Лаувей. Лаувей-то как их зовут? Я забыла. Я же тоже давно не смотрела. Они уже что-то перестали снимать какое-то время видео. Лав Корея. Лав Корея тоже нравится мне. Ну, а как я с ней познакомлюсь? Ну, хотя спрашивают, хотели бы, с кем бы вы хотели познакомиться. Ну да, может быть. О, голова. Давай маму тоже уплетай. Вопрос следующий. Что любите больше, кофе или чай? Я люблю кофе. Чай тоже люблю, но кофе для меня как лекарство. Я люблю молоко. Смотри, он все маслины съел. А мама все маслины звонила. Одну только. Кофе я люблю больше, потому что ну как для меня лекарство. Давление мне поднимает. У меня низкое давление. И я очень много пью кофе. И я люблю кофе. Странно, должно давление понижать. У тебя проблема. Оно у меня низкое давление, поэтому кофе, оно мне повышает давление. Угу. По поводу конкурса, ребята, давайте прервемся. Потом еще Эмили очень много вопросиков написала. Но я так... Очень интересные вопросы. Мы на них не отвечали, между прочим. Поэтому я решила ответить. Ну, кроме блогеров, конечно. Да. Конкурс какой? Все то же самое. Те же самые условия. Смотрите наше видео. В пятницу. Кто первый напишет в Инстаграм? Мне. В пятницу. Именно в пятницу. Не в четверг, а в пятницу. После последнего нашего видео пишите ответ в Инстаграм. В личном сообщении. После последнего видео. В пятницу, я говорю, после видео. В пятницу. Вот у нас в пятницу видео выходит. И... Потому что в пятницу может быть последняя подсказка, или может последний вопрос, а может быть, все может быть, понимаете? В общем, ждем ответ в пятницу. Что нужно? Мы загадали одну песню. Будут слова, и вы должны будете найти в наших видео эти слова и составить строчку из песни. Кто первый догадается, что за песня, кто ее поет, сразу же ждем вас в Инстаграме. Тот получит приз. А какой приз? Мы узнаем, скажем в пятницу. Всем удачи. Желаю. Да. Желаю вам выиграть. Да. Ага, такие все написали сразу же в одно время. Вот это офигенно будет. Ну, у нас уже... 37 200, я думаю, скоро еще один розыгрыш будем делать на 38 000. Так что, ребятки, на каждую 1000 подписчиков. Да. Угу. Поэтому будем стараться для вас. А вы старайтесь, смотрите наши видео, отгадывайте, пишите в комментариях. Ой, не в комментариях, в Инстаграме. Да. Чтобы никто не увидел правильного вашего ответа. Да. Еще я хочу встретиться с Мамиксом. Помнишь, я тебе смотрел всякие эксперименты? Я очень люблю эксперименты. Только у нас не хватает денег в реальной жизни, чтобы их повторить. Конечно. А еще знаете что? Спрашивают, а какие были отличия? Я написала в описании такая стрелочка под видео, где написано «Победитель», ссылочка на Инстаграм, и ниже написано «Три». Ответа. Отличия. Три ответа. Написано в описании, ребят. Я же говорила, в описании заходите. Проверяйте. А вдруг там что-то будет интересненькое? Как вкусно. Колбасу я в этот раз взяла не молочную, а докторскую. Ничего, нормально? Да, как раньше. По-докторски. Ваш самый большой страх? Эмили задает вопрос. Какой у тебя самый большой страх? Я знаю. Какой? Пауки. Иди.
и высота. Как недавно выяснилось. И. Боже, не знаю. Остаться без мамы в темной комнате. Да ты чё? Да. Ты вот говорил, что ты не боишься, а сейчас ты говоришь, что ты боишься. Когда в больнице скучал по тебе. И в больнице плакал, мамочка. Вот так. В какой больнице? Ты когда в больнице? Когда живот-то у меня болел. Ой, там было-то 2 дня, ты в больнице находился, господи. Я на первый день поскучал по тебе. Уже. Это первый раз, когда ты был без мамы. Между прочим. Первый, единственный раз, когда ты был без мамы. Да. Мама, Маша постоянно без мамы, постоянно. То в больницу попадет. Я на работе была, она дома все одна была в чужом городе. Это рыб, крошку можно помочь? Ну возьми другую крошку. Я очки хочу купить. А у меня страх, какой у меня страх? У меня самый большой страх, я постоянно переживаю только за детей, у меня так-то нету моего страха, наверное. Если из животных, то лягушек я очень сильно боюсь. Очень сильно боюсь лягушек, я прямо... Визжу, кричу, бегу, как не знаю, не угорела от этих лягушек. Ой, я помню, как мы там с Машей сидели там в огороде возле велосипедов там, где картошка. Ты там вообще в домике сидишь, да? И видишь такая, слышим мы. Мы бежим с Машей, бежим, а ты там лягушку увидел. Мы так ржали. Ржали. Мама боится, а они ржут. Как будто она сейчас так большой станет и ей на лицо прыгнет. Ну так-то, слушай, у меня ведь тоже высота, вот я вспомнила. Я вот начинаю переходить, если, например, на высокой какой-то поверхности, там, по мосту переходить через речку. Все, у меня сразу вот так вот. Я вообще боюсь. Смогли бы вы нарушить закон для спасения любимого человека? Я да. Да. Понятно. Какой ваш любимый цвет? Фиолетовый, сиреневый, желтый? Синий-голубой. У тебя же тоже синий был. Ну и синий тоже, ладно. И у Маши тоже был. Какое бы Ваня хотел завести новое животное? Попугай. Это вообще жесть. Раньше была собака, сейчас попугай. Мама раньше говорила то, что... Помнишь, когда мы в этом поселке жили? Говорю, мама, купи попугая. Помнишь? Помню. Говоришь, что помню. Ну и чё? И где мой попугай? Не знаю, наверное, ещё... Где он там? Где они там живут? В Кокоду? Нет, в Африке. В Африке. Кокоду. В Кокоду. Канада. Да. Канада. Мяу. Там кошка начала кричать. Как вкусно. Что-то у меня там кошка рушит. Надо спасать быстрее. Приходим, а там все обои изодранные. Она в туалет сходит, начинает на косяки прыгать. Я не знаю, то ли у нее облегчение такое происходит, то ли что. Ты такая. Это вот именно старая кошка. Молоденькая это просто, когда с ума сходит, начинает прыгать по косякам. А это именно после туалета. Либо когда я за мухой бегаю. Ну все, дорогие друзья, мы наелись. Да. Спасибо вам за то, что вы пишете комментарии. Спасибо, что ставите лайки, подписываетесь, участвуете в наших конкурсах. Ой, полезла. Так что увидимся с вами на следующем Мукбанге. И всем пока-пока!